Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас обзор на вот такую шоколадку KitKat Senses, новинка Black White Edition. И давайте прочитаем перевод. Молочный, белый и темный шоколад с хрустящей черной вафлей. Вы представляете, здесь черная вафля. Давайте же наконец с вами проверим, действительно это так или нет. Именно вот для этого я делаю вот такие вот обзоры. Также проверим его внешний вид, вернее, внешний вид шоколадки. Такая же она красивая, как на упаковке или нет. Так, давайте для начала прочитаем с вами состав. Кому интересно, жмите стоп и прочитайте. Также предлагает другие шоколадочки он. Здесь 112 грамм. Состав для других стран, не только России. Да что ж такое, открываться не хочет. Так, с этой стороны. Так, с этой стороны мы с вами видим обычный шоколад молочный. Нам понадобится большая тарелка. И та-дам! Смотрите, какой он красивый! Но все-таки, конечно, немножко отличается. Здесь он более какой-то, прям более красивый. А здесь вот прям видно, видимо, все текло одинаково. Видимо, это робот работал. Все это, ну, как на производстве бывает, не вручную же, правильно. Все это как тут, а дрынь, а потом посерединке еще чего-то дрынь там. Ну, такой рисунок, кстати, симпатичный довольно. А, там еще подписано KitKat. Видно вам. Так, давайте его разломим. Посмотрим, черная там вафля или нет. Мне даже интересно стало. Оба! О, черная вафля, смотрите. Это смотрится очень необыкновенно. Черная вафля, все-таки это прям нонсенс. Это новинка необыкновенная. Вафля действительно прям черная. Кажется, как будто там с плесенью. Что-то необычное. Не обманул KitKat. Молодец. Знает, что делают. И давайте попробуем. Как же это на вкус черная вафля? Было недавно еще черное мороженое. Успели вы попробовать, интересно или нет? Но оно как-то очень быстро пропало. А теперь черные вафли. Пробуем. Это реально вкусно. Это очень вкусно. Вафля мягкая, хрустящая, нежная. Хорошо жуется. Очень такая ароматная. Аромат чего-то присутствует. Но не знаю чего. Но это вкусно. Это реально вкусно. В меру сладкое, не приторное. Ощущается темный шоколад. Там что у нас еще? А, молочный, да, наверное, шоколад. Ощущается, может быть. Вафля хрустящая. Но ощущается какой-то еще вкус. Но я не смогла разобрать, что это за вкус. Но это вкусно. Это тянет, это реально вкусно. Это классно, и сама по себе она красивая. На сегодня это все. Ставьте мне обязательно лайки, я стараюсь для вас. Также пишите свои отзывы об этой шоколадке в комментариях в YouTube. Мой канал называется Art Mania. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить мой следующий ролик, который выйдет уже завтра. Влоги у меня выходят каждый день, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Обзоры на продукты через день. Также есть обзоры на технику, живопись, кулинария и много-много всего интересного. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.